Один из наиболее востребованных инструментов в быту. Речь о дрели. Начнем с выбора типа. Угловая дрель оснащается патроном, расположенным под прямым углом к рукоятке и может использоваться в труднодоступных местах. Безударная модель подходит для сверления гипсокартона, дерева и других мягких материалов. Чаще всего сейчас практически все дрели, наверное, используют с ударным механизмом. Так, что это дает? Это единственное удобство при сверлении в каких-то бетонных основаниях, так это будет помогать. Есть также гибридные варианты. Например, дрель-миксер в первую очередь предназначена для перемешивания различных растворов и лакокрасочных материалов. Некоторые модели также подходят для очистки поверхностей. В большинстве случаев для простых хозяйственных работ специалисты рекомендуют выбирать дрель-шуруповерт. Преимущество последней заключается в том, что она дополнительно позволяет закручивать и откручивать шурупы и саморезы, то есть является более многофункциональным инструментом. Сейчас появились гибриды, дрель-шур, так и называются дрель-шуруповерт, где можно отрегулировать силу крутящего момента, то есть саморез при закручивании зайдет на ту глубину, на которую потребуется изначальных настроек. Важный параметр при выборе – мощность. Маломощные модели до 600 Вт могут сверлить гипсокартон, газобетон или дерево. Дрели мощностью 600-900 Вт удобны для бытового использования. К ним подходят почти все сверла и насадки. Движение патрона может быть использоваться как и по часовой, так и против часовой стрелке. Это значительное удобство. Второе удобство современных дрелей – это возможность регулировки оборотов. Потому что в зависимости от материала, к которому мы применяем дрель, там требуют различные скорости. Что касается типа патронов, то есть ключевой. Чтобы вставить сверло, понадобится специальный ключ. А также быстро зажимной патрон зажимается руками. Дрели могут работать от сети или аккумулятора. Последний вариант, как правило, используется в дрелях-шуруповертах. Перед покупкой стоит определиться, нужны ли вам дополнительные опции. Это может быть предохранительная муфта, не даст инструмента сделать рывок при заклинивании сверла или же подсветка. Качественных покупок!